Дорогие казахстанцы, завершился суд административный, было 5 заседаний. Вердикт виновна, наказание административное предупреждение. Я благодарна всем казахстанцам, что все эти дни вы были со мной за вашу моральную поддержку, за вашу материальную поддержку. Я благодарна всем, кто присутствовал на этих судах. Административный суд собрал вокруг меня более 100 человек, которые приходили ко мне на суд. И каждый суд – это были новые лица, в среднем по 25 человек. И каждый раз новые люди приходили на суд. Теперь впереди меня ждет уголовный суд. Во время этого нападения я в состоянии сильного волнения, когда вот почти бессознательного сознания, такого состояния, они мне утверждают, что я говорила какие-то неподобающие слова. И теперь эти слова отправили на экспертизу филологическую. Поэтому впереди еще уголовный суд. И я прошу вас, дорогие казахстанцы, не оставляйте, пожалуйста, меня и дальше одну с этой системой. Не дайте, пожалуйста, этой системе нас ставить в стойло, превращать в рабов. Давайте будем и дальше вместе. Если административный суд собрал более 100 человек, то я хочу, чтобы уголовный этот процесс, уголовное дело, собрало вокруг меня 1000 людей. Я буду делать для этого все. Вот мой телефон. Звоните, обращайтесь. Я буду вас всех приглашать. Даже если будет это закрытый суд, пожалуйста, находитесь рядом с судом. Мы не должны сдаваться, мы должны быть всегда вместе. Вот телефон. Я отвечу каждому человеку. Мы должны быть вместе. Помните, вместе мы сила. Нас больше.